Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Spark 2012 года выпуска. Двигатель 1 литр автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 32 тысячи километров. Снимем, посмотрим, в каком состоянии задние тормозные колодки. Снял заднее колесо. Одного винта нет и не было. Один винт стоит, и как его пометили на заводе при сборке, так он и стоит. Не откручивался. Возьму ударную отвертку. Усилие небольшое. Сейчас барабан сниму. Посмотрим колодки. Но колодки, я уверен, что нормальные. Барабан сниму, а потом покажу, что сзади еще есть окно, через которое можно проверить, не снимая барабана. Да, как и говорил, колодки здесь в отличном состоянии. А вот сзади окошко, которое, через которое можно посмотреть. И вот через это окошко можно увидеть, какой толщины у нас фирадо. Поэтому мы менять ничего здесь не будем. Колодки в отличном состоянии, и на пробеге в 32 тысячи они умереть не могут просто априори, барабанники. Смажу на ступицу посадочную медной смазкой. Чтоб у ней даже желания не было прикипеть. Ставлю на место барабан. И закручиваю. Также по метке закрутил. Но немножко его, чуть-чуть усилия дам. Вот так вот можно проверить состояние задних тормозных колодок. На этом все. Всего вам доброго.